мира, благодаря которому мы смогли увидеть вот эту картинку замечательную. Это очень непросто. Это человек, который работает с огромным количеством различных специальных вещей. Спасибо за вашу встречу, за вашу любовь, за ваши улыбки. Мне очень приятно находиться сегодня здесь. Мне очень приятно летать в России. В этом году я летала на авиашоу в России столько, сколько не летала, наверное, за последние 3-4 года или сколько-то там. Мне очень приятно, что наконец-то авиационные праздники у нас становятся повсеместно. Спасибо. Что вам сказать? Я не знаю. Конечно, мне хотелось бы, чтобы наша молодежь летала. Да, детям, может быть, рановато, но молодежь летала. Поэтому дружно скажем, Владимир Владимирович, дайте нам наши самолеты. Мы должны летать, все летать. Наша Россия, наша огромная страна должна летать. И может нас услышать все. С праздником, дорогие друзья. Светлана Копанина, громче, Светлана Копанина! Когда она говорит, что детям может рановато летать, я вспоминаю ее дочку Есению, которая с ней уже летала. Маленькая девчонка, но я думаю, мама продолжит обязательно. Светлана Копанина, Артур Саркисян, благодаря которому...